Всем привет! В этом видео вы узнаете о том, что из-за шелонена разработчиков подают в суд, а также о новом браузерном событии, за которое можно получить прямогемы на почту. Всем приятного просмотра! Последние пару недель на разных платформах массово форсилось видео с танцем Шелонен. И подписями, мол, ура, мы наконец нашли отсылку танца Шелонен. Танец был взят у вот этой прекрасной девушки. А сам видосик от 2020 года. Кстати, уже 9 октября в моем телеграме появятся новые промокоды. А также там сейчас идет розыгрыш редких крыльев. Ссылочка в описании. И это настолько сильно все зафорсилось, что видео попалось в рекомендации самой этой девушки. Кстати, зовут ее Оуми Янта. И ситуация ее крайне возмутила. Она сделала видеозаявление с речью, что Хуеверс сплагиатили танец с ее видео. И движения совпадают почти на 99%. В результате чего она подаст в суд в 80 странах, чтобы получить компенсацию. Но это произойдет не раньше 9 октября. Дело в том, что релиз Шелонен в игре состоится 9 октября. Сейчас она не является официально игровым персонажем. А ее танец мы видели только из сливов. А значит, и судиться пока что ни за что. Но как только Шелонен выйдет в игре, Оуми Янта сможет обратиться в суд и потребовать компенсацию. Но вся загвоздка заключается в том, что это достаточно популярный танец среди роллеров. И эта девушка не единственная, кто его исполняет. Вполне можно сказать, что танец Шелонен является просто отсылкой на всех роллеров. Поэтому маловероятно, что ей удастся выиграть суд в хоть какой-то стране. Но если все же удастся, то, видимо, танец Шелонен изменят. Ну а кроме этого, сегодня запустили веб-эвент Шелонен, который проходится буквально за одну минуту. А в награду присылают 40 прямогемов на почту. Пройти его вы можете по ссылочке в описании. Напишите в комментариях, что думаете о данной ситуации. Кто прав, а кто виноват? Девушка или же Хуеверс? Ну, а на этом у меня все. Подписывайтесь на канал и всем пока!